Можете нас поздравить. Мы переехали на свое жилье в Бруклине. Не русскоязычная часть. Слава богу. Начнем обзор вот с такой вот прекрасной комнатки Гарри Поттера. Harry Potter room or closest room. Или, как говорят, клозет. Ой. Так, вот пытаемся обживаться. Это должно быть поставлено, установлено. Но еще не поставлено и не установлено. Такое дело нам хозяева дали квартиры. Мы на третьем этаже. Это мы купили сегодня одеялко. Так, шкафчики. Все очень просто. А, ремонт и двери а-ля 60-е где-то примерно. Тут аж что-то с краска в чипсах такая вся. На них хоть играй. Вот так выходишь с комнаты. Так, фух, и такая вот штука, длинная вниз. Там внизу закрывается дверь. Дед Мороз повешался. Так, это у нас душ. Туда сейчас я заходить не буду, потому что он занят. Вот такая вот жиром замазанная жалюзь. Спросим владельца, поменяет он. Ну, слава богу, все, что не спрашиваешь, все меняется. Так, вот эта штука не закрывается нигде. Что-то не делай. Не знаю, видимо, супер ремонты здесь происходили. Открываться открывается, но вот в эти штуки не залезает. Примерно где-то вот так вот. Нужно еще вниз спустить, чтобы оно закрылось. То есть, ну, окно явно выше. Так. Это у нас детская. Ну, детская прям высший пилотаж, в принципе. Здесь для одежды. И здесь есть сомнения. Там вроде плесень собирается. Ну, это нужно будет устранять. Еще один клозет. Сказали, если кого-то еще третьего, говорите честно. Ну, типа, нам нужно будет чуть больше доплачивать. Ну, в принципе, как бы $100 еще плюс. Это нормально. Самый главный, да, житель. Как ты там, в порядке? Там батареи греют. Вот так они вдоль всей комнаты. Ну, как-то вот так. Подписываемся на канал. Дальше будет больше. Я себе для усиления Wi-Fi такую штуку взял. Она для Linux подходит, для винды, для macOS. Так, чтоб еще интересно рассказать. А, да. Замечательный стул примерно тех же годов. Древних, в пятнах. Так, вернусь я к YouTube, пожалуй, к редактированию роликов.